Всем привет! С вами ваша Танюша. Сегодня у нас будет супер интересное видео, потому что сегодня будет преображение моего дома с помощью новинок из магазина Том Дом. Я недавно заказала шторы своей мечты. Шторы, о которых я давно мечтала, которые я хотела, прям вот смотрела, облизывалась, у меня капали слюнки, и я их получила. Я надеюсь, они вам также понравятся, как и мне, и вы тоже будете от них в восторге. Сейчас я вам покажу поближе. Видите вот эти красивые занавески? Ой, отклеилась. Надо же, в самый неподходящий момент. Так, вроде бы держится. В общем, ух уж эти звуки машин. Смотрите, в общем, каждый раз, каждый год, каждое лето я по традиции занавешивала свои шторы вот этой вот фольгой. Наверное, как и многие из нас, из вас. И вот так у меня в течение дня были занавешены все мои окна. Ну, кроме вот этого окна, которое у меня уже оборудовано ролл-шторой, blackout. Эту штору я заказывала тоже в магазине Том Дом. Крайне довольна осталась этой шторой, потому что она оснащена напылением blackout, которое вот, смотрите, вот это вот фольгированное какое-то там напыление, которое также не пропускает жару, препятствует нагреванию данной шторы. И ее очень легко можно мыть, протирать. В общем, она какая-то такая, знаете, как бы даже клеенчатая, что ли. Вот, с обратной стороны она такая вот имеет какой-то металлический отблеск. Но не прям как фольга, а вот вроде бы серо-белая, но такая вот металлизированная. Все в ней работает. Полгода уже я пользуюсь данной шторой, и я в восторге. Но на вот этих окнах у меня продолжали висеть занавески из всем нам знакомой фольги. Выглядит это, в принципе, заметно вам, да? Вон она, красотка, выглядывает. И на этих окнах то же самое. Видите, да? Мои ролл-шторы. Так, что-то у нас фокус не хочет прицеливаться. И на этом окне тоже моя фольгированная ролл-штора, которую вот в моменты самого лютого пекла я раскрываю. Вот так вот. У меня тут все на скотче приклеено. Оп! Вот так. Вот так. Она уже немножко подратая. Но это не повод от нее избавляться был. Она, в принципе, мне служила очень давно верой и правдой. В общем, но вид у нее, конечно, так себе. Еще вот это вот шелестение все время меня немного напрягало. Так, давайте же запомним все вместе, как выглядят мои окошки до преображения. Видите, да, вот эти вот шторы, которые непонятно в какой цвет они подходят, не подходят к моим синим стенам или не подходят. А тюль, конечно же, мне очень нравится на окнах. Вот этот вот Animal какой-то принт здесь, ой, не Animal, Tropic, Tropic, тропический этот принт, мне очень нравится. Здесь цветы, птицы, какие-то растения, листва, в общем, мне очень нравится этот тюль, но иногда хочется что-то менять. И сегодня настал тот самый долгожданный день. Сейчас я покажу вам, как выглядят мои окна на втором этаже, и мы начнем с вами распаковку. Это окно расположено у меня напротив лестницы. Оно также у меня защищается шторой из фольги. И сегодня оно тоже поменяет свой вид при помощи новой шторы. Спальня, в которой находятся тоже два окна. Два окна, которые тоже защищаются от солнца с помощью фольгированных штор. С
С этой стороны у меня ролл штора, которую я покупала в светофоре, но мне она попалась с браком. Здесь идет какая-то полоска, я ее сразу не заметила, а потом уже как-то обратила внимание, что это не просто отсвечивают провода с улицы, а это именно уже дефект самой шторы. Да, кстати, кто спрашивал, эти шторы я тоже заказывала в интернет-магазине TomDom. А на сайте при заказе штор вы можете самостоятельно выбрать нужную длину штор по вашему размеру окна, а также крепления, которые вы будете использовать, подвешивая ваши шторы. Все шторы пришли мне в фирменных пакетах TomDom. Пакет, смотрите, идет с ручкой. Курьер до дома привез мне мой заказ. Это очень-очень, конечно же, удобно. За час до доставки курьер позвонил, согласовал со мной время, удобное для меня. Я вижу накладную. На сайте помимо штор имеется также домашний всевозможный текстиль. Пользуясь случаем, я заказала себе новый коврик для ванной комнаты. Это необычный коврик. Смотрите, такая красивая упаковка. Давайте посмотрим, как он выглядит внутри. Вау! Смотрите, какая красота! Коврик для ванны серии ножки. С обратной стороны коврик прорезинен. Коврик я заказала коричневого цвета. Такой шоколад коричневый. Размер коврика идет 50 на 70, стандарт. Коврик можно при 30 градусах в машинной стирке. А вот и шторы. Наконец-таки, смотрите. Вау, они даже там с какими-то блестюками. Каждая штора упакована в отдельный чехол. Я заказала две шторы, так как у меня два окна. Штора идет размер 150 на 180. Идет она в комплекте с подхватами, две штуки. Крепление шторная лента, материал 100% полиэстер, страна-производитель Россия, цвет белый. Стирать данную штору можно также в стиральной машине при 30 градусах. Сразу чувствую, что очень плотная ткань самой шторы. Цвет белый такой, знаете, я бы даже сказала, немного слоновой кости. По краям штора идет фигурная. Снизу штора у нас идет подшита. Смотрите, какая хорошая строчка. Все очень ровно, аккуратно, нигде ничего не торчит. Верх шторы идет у нас на ленте. Сразу уже подстрочена готовая лента широкая. Вот так выглядят подхваты, которые идут в комплекте. Обратите внимание, что данная штора необычного фасона. Она идет в комплекте сразу с тюлью. И тюль это пристрочена сразу к шторе. Вот здесь она немного разделена, но тем не менее она пристрочена к шторе. С обратной стороны они соединены. Я первый раз встречаю такую модель. Я увидела ее на сайте, и мне она сразу понравилась. Она мне не могла не заинтересовать. Я захотела себе
такую. Очень удобно, знаете, не нужно отдельно заказывать тюль или штору, да, у вас идут уже подобраны, как бы, да, дизайнерские штора в цвет с тюлью в комплекте. Смотрите, одна штора уже на окне. Я ее, правда, не гладила, но сейчас я ее разглажу с помощью отпаривателя. Я хотела показать вам, как наглядно вот меняется вид моей кухни. Как вам такое преображение? Мне прям нравится, как будто бы то окно стало шире, что ли, или само пространство стало шире за счет белой шторы. Покажу вам вид с этой стороны. Я включила лампу, чтобы вы увидели, как поблескивают вот эти вот рисуночки на шторе. Я сначала подумала, что это горошины, но нет, это какие-то ромбики, расшитые, да, специальными какими-то ниточками. Очень красиво смотрится. Нежно, воздушно, прям облегчает, мне кажется, как-то стену. Или даже вот издалека я сейчас вижу, как будто это какие-то стразики. Мне очень нравится. Что вы скажете? Надену вторую штору и отпарю их. И покажу вам уже, как будут выглядеть шторы в конечном результате. Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Я в восторге. Я в восторге от этих штор. Они, кстати, очень легко отпариваются. Я думаю, также легко бы поддались и глажки. Я как завороженная, пока их отпаривала, смотрела, любовалась ими. И я не знаю, надеюсь, камера вам передаст все это очарование. Они воздушные, как будто бы свадебное платье. Легкие, воздушные, невесомые. И как будто бы вот придают моей кухне такой торжественный вид сразу. Я прям не знаю, вот что-то это необыкновенное. Надеюсь, вы также восхищаетесь преображением моей кухни сейчас. Надеюсь, они вам тоже понравились. Смотрите, я надела эти шторы. Сейчас покажу вам всю фишку. Вот эта вот штора, она на круглом карнизе. Тюль, я ее надела, несмотря на то, что она здесь пристрочена, на тонкий карниз, на вот этот вот. И они даже очень как бы так вот, как так и должно быть. Но в принципе, мне кажется, оно так и должно быть. Просто на картинке-то непонятно. А я сначала была в замешательстве, думала, что они оба должны идти на толстом карнизе, но у меня не хватило бы тогда этих колец. Крючки у меня были от предыдущей тюли на той палке, карниз, палка, да. И я, в принципе, рискнув, надела эту тюль туда и, видимо, не прогадала, не ошиблась с выбором. Все очень замечательно, все как так и надо. Кстати, тюль эта, она идет двойная. Обратите внимание. Все равно от солнца она бы меня не спасла, поэтому в дополнение к этим шторам на весь мой дом я заказала еще ролл шторы, которые сейчас мы с вами будем тоже крепить. Ссылочки на данные товары обязательно я оставлю внизу под этим видео. Переходите, смотрите в магазине Том Дом, очень много интересных, нужных, полезных товаров по отличным ценам. Пользоваться сайтом очень легко и просто. Оформить доставку любым способом, удобным для вас, хоть почтой, хоть курьером, хоть до пункта СДЭКТ, также очень легко и удобно. И ассортимент вас очень-очень порадует, несомненно. Так же, как и меня. Смотрите, поближе покажу вам рисунок еще раз. Ну и сейчас самый интересный момент, это я начинаю собирать мои рулонные шторы. Смотрите, сколько у меня их здесь. Ну что, давайте же посмотрим, что у меня получилось. Довольно-таки симпатично.
я перевесила штору, ролл-штору сверху, которая была из светофора, на первый этаж, чтобы две глухие шторы остались у меня на первом этаже. Но я ее показывать не буду, вы уже поняли, да? Давайте посмотрим, как у нас... Ой, запуталась. Как же у нас смотрятся все-таки ролл-шторы. Я сейчас подниму штору, которая наша новенькая. Вуаля! Смотрите. Ну разве это не сказка? А как удобно их поднимать, опускать. Смотрите, в чем прикол. День, ночь. Вот так вы, если хотите, чтобы пропускала свет, да, уличный, оставляете в таком режиме. Вот так мы поднимаем, и у нас получается полный blackout. Вот. Я сама собрала своими вот этими вот рученьками. Там я безумно довольна. То, что хотела, то и получила. Надеюсь, вам тоже понравилась данная моя задумка. И вот такой вот результат. Сейчас на втором этаже покажу вам, что получилось со шторами. Штора опускается до самого низа. Опять же, день. И ночь при желании. И на этом окне у меня теперь тоже вместо фольги ролл-шторы. Ролл-шторы, день-ночь. Видите, да, я заменила штору, которая здесь была сплошная, на вот эту вот полосатенькую, чтобы они были как комплектом. Все-таки это с улицы, соседи будут ходить, смотреть, любоваться. Я хотела, чтобы они были здесь комплектом. Очень удобные шторы. Так вот мы поднимаем. И у нас... Никто ничего не увидит. И также, оп, опустил. И все у нас можно также поднять повыше. Также на этом окне сейчас я вам продемонстрирую свою новую ролл-штору. Давайте отодвинем занавесочку. Оп. День, ночь. Вот такой вот классный новый дизайн. По-моему, раньше, я не знаю, были такие новинки или нет, но в этом году я увидела и захотела, чтобы у меня были тоже такие. На это окно, прошу заметить, осталось также висеть на этом окне. Осталось также висеть фольга. А все потому что будьте предельно внимательны при выборе таких вещей, как шторы. Выбирая ваш дом на ваши окна, обязательно обращайте внимание на правильно подобранные размеры. Даже ваша Танюша сумела ошибиться. Да, я такой человек, который я редко ошибаюсь, тем более в размерах. И я все равно смогла перепутать и одну штору заказала неверного размера. Но я уже обратилась в магазин Том-Дом. Я верну им штору, которая мне не подошла по размеру. И они мне обещали прислать штору по моему размеру. Я вот так вот, да, вот немного ошибилась, но это не страшно, потому что в Том-Дом очень быстрая доставка, она занимает, вот мне пришли шторы за неделю, даже меньше. Ссылочку на магазин и все контакты с ссылками на шторы, которые я заказала себе, я оставлю внизу под этим видео. Обязательно переходите, смотрите, там также имеются текстильная продукция, товары для дома, полотенца, многое-много чего. Очень легко на сайте подобрать все, что вам необходимо. И будет персональный мой промокод на скидку для моих зрителей 10%. Оставляйте свои отзывы в комментариях под этим видео, что вам понравилось, понравилось что больше всего. А я на этом с вами прощаюсь. Не забывайте ставить свои пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, а также жмите в колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. До новых встреч. Пока-пока.